кто поехал? Вы говорите, из Киева сейчас поехали милиционеры, может быть, подробнее. Да, по последнее время, вот, чем ближе к референдуму, тем больше задерживаем людей, которые предоставляют документы сотрудников киевского МВД. Они сами везут что-то, оружие, материалы? Попадаются люди с огнестрельным оружием. Ну, обосновывают тем, что они якобы едут помогать, участвовать в референдуме, как силовики, но, по крайней мере, пока. То есть мы их задерживаем, доводим до линейного управления, они общаются с органами нашей местной милиции, и та их отпускают. Попадаются люди с агитационной литературой, и также с оружием задерживаем. Ну, в последние пару суток сколько примерно человек задержано, милиционеров? Сложно сказать цифру, потому что мы видим работу непосредственно на перроне, а при выходе с ним уже работают отдельно. То есть, если человек вызывает подозрение, мы его проводим до... Ну, сложно посчитать. Потому что... Десятки или что? Ну, можно даже сказать, десятки, да. Такого, чтобы массового, нет, но есть информация, что они уже знают, что ЖД вокзал Симферополя отрабатывается серьезно, поэтому они пытаются выйти на пригородных станциях и потом добираются уже кто как может, автобусами или электричками. Пытаемся досматривать везде все. Скажите, пожалуйста, на самом деле в части самообороны кто-нибудь из других регионов? Есть такие люди, что приезжают помочь? Приезжают, конечно, люди с Украины, но в основном это юго-восток Украины. Мелитополь, также Херсонская область, приезжают люди, мотивация серьезная, то есть гонение на семьи, на их на территории этих городов. То есть люди вывозят семьи и пытаются, то есть подходят к нам, записываются в ряды самообороны Крымской.